Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Все для самостоятельного изготовления шкафов-купе. Распил ДСП. Готовые к работе элементы из МДФ. Детали из стекла и зеркал любой сложности. Яркие фасады дверей. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». 69 400. 5 лучших спектаклей Перми. В Киров на гастроли вновь приезжает знаменитый пермский академический театр «Театр». В этом году коллектив запланировал показать самый первый русский мюзикл, детскую сказку и спектакль для тех, кто старше 18 лет. Начинаются гастроли с понедельника, 21 и 22 июня. Театр сыграет спектакль, который входит в рейтинг лучших в Пермском театре. Это «Поминальная молитва». Он длится почти 4 часа и заняты в нем около 70 человек, оркестр и артисты балета. Мы привезли с собой 6 самых больших фур. Нас приехало 117 человек. Только на поминальную молитву мы привезли 8 тонн декораций и реквизита. Кроме этого, артисты в этом году привезли 2 мюзикла. На сцене драмтеатра покажут самый первый русский мюзикл «Владимирская площадь». Он был поставлен по мотивам повести Федора Достоевского «Униженные и оскорбленные». А также мюзикл «Алые паруса». Их покажут на Октябрьском проспекте. Вход для всех будет бесплатным. Последний раз пермский театр «Театр» приезжал в Киров летом прошлого года.